Всем привет! На канале возьми сделай. Итак, мечта грибовода. Вот она, мечта грибовода. Это ферма, на которой заготовлена солома или сен. И тут столько этой. Соломы. Что я не знаю, сколько времени хватило бы, чтобы вести грибное дело. Без остановок. Это просто круто. Бесконечные запасы. Соломы. Вот она мечта. Вот это бы мне домой. Эти рулончики. Было бы круто. Никогда бы не парился по поводу того, что где найти субстрат для грибов. Попробуй слезть теперь. Опа. Сено, заготовленное для коровок, очень-очень хорошо подходит для грибоводства. Вот они запасы. Жалко, что находится очень далеко от города, где я живу. А так говорят, что вот это сено прошлогоднее, но вообще никому не нужно. Вот так прямо взять, заразить мицелием, будет бесконечно этот грибы расти. Да. По много килограмм. Круто, да? И в этом году оно уже не нужно. То есть это все вывозится потихоньку. Куда они только возят, не знаю. И на следующий год заготавливают свежее. Вот такой склад открытый. И они тут и ранят. Кадр лисицы. У местного жителя лис покрал индюков 23 штуки. И он сказал, пока я не перебью всех лисиц, я не успокоюсь. Вот. А вот там делаются дела великие. А вот у Руслан стоит. Привет. Ну все, всем пока. Ты листичек снял? Да.